вами Солнце. Сегодня мы впервые приехали на благотворительную акцию. Честно говоря, я и подумать не могла, что подобные мероприятия могут проходить с таким размахом. Но давайте обо всем по порядку. Для начала попробуем разобраться, что же такое благотворительный танцевальный марафон. Благотворительный фонд «Лучшие друзья» совместно с региональной общественной организацией инвалидов «Перспектива» уже во второй раз устраивает танцевальный марафон для людей с ограниченными возможностями. Лично я раньше никогда не была на подобных благотворительных мероприятиях, так что многое мне было непонятно. Чтобы не мучить вас занудной теорией, я решила обратиться за ответом на главный вопрос к артистам, которые в этот день согласились создавать хорошее настроение всем участникам марафона своими песнями. Ай, с одной стороны, такая переживание, суматоха, чтобы все прошло хорошо. А с другой стороны, это возможность еще раз пообщаться с ребятами, возможность увидеть своих друзей, потанцевать и вообще хорошо провести время. Сегодняшний марафон – это в первую очередь праздник. И очень приятно, что есть возможность подарить этот праздник тем людям, которые, может быть, чуть реже получают заряд положительных и добрых эмоций. И я думаю, что добрые дела нужно делать, в принципе, всегда. Для нас это, прежде всего, возможность сделать доброе дело. Это доброе, светлое мероприятие, которое я не могла пропустить. Я пришла поддержать не только Наташеньку, но и всех участников этого марафона. Я надеюсь, что мы подарим зрителям как можно больше позитива, радости и надежды. Я здесь впервые, и мне очень приятно присутствовать сегодня, потому что танцы и люди с ограниченными возможностями – это, конечно, что-то новое для меня впервые. Но я считаю, что это очень классная идея, потому что мы не должны разделяться на разные категории. Основной целью такого мероприятия является не только проведение большого концерта, но и мастер-классы, развлекательные программы, а также новые знакомства. Однако подобных акций довольно много. Так в чем же преимущество именно этого благотворительного марафона? Ну, на самом деле, на всех других акциях благотворительных там все более серьезно. А здесь мне чем нравится? То, что тут можно и потанцевать, и съесть там банан, грубо говоря, и выпить сок, и познакомиться с ребятами. То есть это как бы более молодежно, как бы течение. И это очень здорово. И здесь нет разделения. То есть могут получить приз как и чувак с инвалидностью, так и обычный чувак-танцор какой-нибудь там. Эта акция, что важно, она не вызывает какой-то жалости. Ну, то есть это не акция, построенная на сострадании, на каком-то, на жалости, на там поплакать в уголке, вывести слезки, сфоткаться с ребятами. Этого здесь нет. Здесь действительно все лучезарно, искренне и действительно позитивно. Здесь очень много мастер-классов. Здесь очень много можно чему научиться. Это не просто, когда собираются артисты, спели и поддержали финансово как-то человека. Это креативно сегодня очень. Друзья, все присоединяйтесь к благотворительным акциям. А это особенное тем, что она танцевальная. Потому что я первый раз на танцевальном благотворительном таком суперконцерте-марафоне. Вот. Там же все дэнс-дэнс, да, это круто. Тут спасать никого не нужно. Здесь нужно просто радоваться и довольствоваться тем, что нам сегодня дает наша Вселенная. Вот таких вот замечательных людей. Общаться с ними, дарить им радость и дружить. Безусловно, нужно быть невероятно сильным и целеустремленным человеком, чтобы добиться поставленных целей, имея инвалидность. Что же может стимулировать таких людей к новым победам? Наверняка теплые слова поддержки. Дорогу осилит идущий, друзья мои, поэтому идем только вперед. Я желаю нам прекрасного марафона и, конечно же, получить от него удовольствие. Я хочу в первую очередь, наверное, пожелать, несмотря на все жизненные ситуации, стремиться добиваться результатов. Неважно, чем вы в жизни занимаетесь, хотите вы рисовать или, может быть, петь, или, может быть, получить какую-то серьезную работу, несмотря ни на что, стремитесь к своей мечте. Хочешь быть счастливым? Будь им. Ловите от каждой минуточки, от каждой секундочки в жизни удовольствие, счастье, радость, потому что только вы можете создать себе жизнь, только вы вправе распоряжаться тем, как вы будете себя чувствовать и что будет в вашем будущем. Поэтому позитивно смотрите на любые ситуации, на любые вещи, которые происходят в вашей жизни. Я думаю, по силе, по уровню силы воли
и желание жить, они, наверное, и нас еще простимулируют по нескольку раз. Поэтому пожелать им могу только, чтобы они сохраняли это желание жить, прорываться, преодолевать преграды и, несмотря ни на что, рваться к своей мечте, к своим желаниям, ни в коем случае не комплексовать. Я думаю, они это и так прекрасно знают, и сегодняшнее мероприятие только тому подтверждение. Нужно пробовать, нужно вставать и делать, мечтать, но после этого вставать и делать, думать о чем-то, желать, что-то там строить в голове, какие-то мечты, но после этого нужно вставать и делать. Мне кажется, что люди с особенностями развития – это особые люди, и они очень талантливые. Поэтому я хочу, чтобы вы расширяли свой кругозор, верили в себя и в свои способности, в свой талант, обзаводились друзьями и ни в коем случае не сидели в четырех стенах. Ну, во-первых, весна. Я думаю, что все должны заряжаться позитивной энергией и весны, и вообще двигаться вперед, потому что движение – это жизнь, это правда. Да, огромное количество возможностей, что сейчас век профанации, можно заниматься чем угодно. Сейчас очень много возможностей, и делайте все, что хотите. Важно оставаться в гармонии с собой. Если ты сегодня чувствуешь, что ты хочешь полежать на диване, съесть вкусный попкорн и посмотреть дебильный сериал, это сделает тебя счастливым. Надо это делать пренепременно. Нужно верить в себя, надеяться, Господь с нами рядом, я честно могу сказать, и мечты сбываются, поэтому нужно просто этого очень сильно хотеть, посылать мысли в космос, и я думаю, что все осуществится. Я желаю всем добра, и это, чтобы мы чаще встречались и общались. Вот всем людям можно пожелать не загонять себя ни в какие рамки, а расширять пространство, разрушать стереотипы, и поэтому не отчаиваться никогда. Все в жизни, надо смотреть на жизнь позитивно. И к тому же есть возможности для позитивного мышления. Вот, например, такие мероприятия, которые дают вот радость и свет. Живите. Вы полноправные вообще жители на этой планете. И мне бы очень хотелось бы, чтобы вы улыбались, смеялись, радовались, не боялись быть смешными, потому что вы самые-самые лучшие, самые честные и искренние люди. Спасибо вам большое, что вы есть. Благотворительный танцевальный марафон – это не просто грандиозное мероприятие. Это отличная возможность для людей с ограниченными возможностями показать всему миру то, на что они способны, что, безусловно, не может не радовать. На этом наш репортаж подходит к концу. С вами была Солнце. Улыбайтесь чаще и делайте добро людям. Пока!